Это не там, где можно сесть вертушку и пострелять с нее? Можно, да. О боже мой. Боже, какой Как у мужчина. всех, почему-то у каждой миссии, у каждого есть А такое где высказывание. вертушка стоит? Блин, там же Если вертушки из пострелять. патронов несколько, и да, ну на вертушке из патронов можно с них пострелять. Только если Метр там можно. определенная зона. Он Даже... стоит дислокация рембаза на этом месте. Я даже человека убил с помощью вертушки, потому что сыграли. Да ладно. Да. Так, ну что, обороняться, на город занять и все, и сидеть. Что нам, в принципе? Ничего больше. Просто выжить нам надо, все. Это та Просто миссия, в где я городе? кинул гранату нечаянно. Да. Это моя первая миссия на А отстреле. возвышенности там нет никаких? Или что? А нет, Кому? нам из маркера нельзя выходить, да? Почему? Можно. Надо максимально даже широко рассосаться по нему. Прятаться во всей щелочке. Да. Нам можно даже не стрелять. Сидишь и сидишь у себя. Че, куда мне на ПТРК пойти? А чего у них за техника? БТР 70 или 60? Ограничение к их нет, что ли? Да нет. Спитер, а что это у тебя за микрофон? Там, на картинке. Там 16А2 и микрофон какой-то. Это вообще-то снаряд для него. А, ты про это? Это этот ПТРКшник, как называется замка. А, точно, это дракон. Ну ладно. Да-да-да. Дракон это, который прыгает, или... Прыгает этот лав. Нет, дракон прыгает, дракон прыгает. Чего прыгать? Ну он так стреляет. Пх-пх-пх, прыгает, как лягушка. В него попасть это целое дело. По-моему, где-то здесь, короче, можно с этого с так, вертолета стрелять по этой зоне. Надо жраться есть. Да. На кой волне будем сидеть? Так, для альфа я написал. Все? Никто ничего не пишет? Браво, напишите. Не, ну можно на одной сидеть, смысл. Все равно одну зону обороняем. Одна задача. Ну да, 4 человека, в принципе. Да, да. Ну все, поехали. Какая чистота. 108. У меня взрывчатка, ну, есть, заебись. 108. Ты хотел сказать хорошо, 108. Да? Ну хорошо, да. Чё, чё взрывчатка? Ну я скинул её. 138? Да-а-а. Эдуар по ГУшку взять? Что ли? Нет, проверка твоего. У нас ещё 20 снарядов. На РПГ-7. А у кого 7? Ну, есть вроде кто-то. У меня 7-ка, могу дать кому-то. ПНВ-шку можно сбросить. За талибы с ПНВ. А я не буду, я РПГ, наверное, брать, не умею ей пользоваться. Ну, при том, при всем ты сжег этот. Я могу дать спидер, вот это бон дура у тебя. What the fuck? Семерка, никому не нужна. Не-не-не. Носи ее с собой. Хоть уж есть этот бачок, какой он прошел. What the fuck?
нас есть оффроуд с ПКМ. А кто... как что за поросенок уехал? Ну... Ага, ага. Кто на трактор уехал? Да, я поехал в гости. Поросенок. Я так и думал. Да. Да, ярки, дюни. Ну все, занимаем город. Обживаем. Бинокль не нужно, кроме есть. Я думаю, что нет. Эй, что творишь? Галбан, галбан. У нас еще машина. Кстати, вы что сделали с кап? Что-то он мол... Бля, мне слышно. Ничего, не сделали, я бегаю. Я слышу. Просто все время молчал. Что... А я не понял. А я фанчики нагибал. Кого тут прессинговали или доигрывали. Параллельно в танчики играешь? Mm-hmm. Ну ты вообще... Миссию делал. Мы же против американцев, да? Нет, они такистанцы. Такистанская армия. Нет. У них в киликах есть кто-то? Да нет, у них все они в таких. А вот это не ломай. Ген, уйди от меня. Уйди. Да ломай. Кто-то просто неудачно закрепил пулемет. О, не, бункера нахрен. Я остался без... Даже такой есть. Плохо, плохо, плохо. Студент медик. 600 часов. На вертолете. В медицинском училище. Вкалывание морфина. Себе. Студент. Еще раз. На связи, на связи. Фраза пропадает. Старайся не так быстро отпускать тангент. Студент, говорю, на связи, нет? На связи. Подойди на метку медик. Не понял, еще раз. На метку медик подойди, говорю. А что за курсовик приехал на востоке? Противник? У нас грузовиков нет. Значит, у нас противник подъехал прямо в Нур на востоке на грузовике только что. Уверен, что это был грузовик? Ты его видел или нет? Я его слышал. Прага, я слышал. Я на секторе катаюсь. Нет, трактор и грузовик — это разные вещи. По звуку, если это Прага, то это вражеская. Да, Прага. Отправление от центра города. На горе, что ли? Блять, ну я же сказал, что прямо в Нур приехали. Ну как это еще можно, блять, интерпретировать, а? Ну прямо к нам приехали, прямо в домах уже. Я тебя понял. Понять мне некуда. Так. Метку поставил. Что, мне выбросить это пока? Все выбрасывай. Может, по-моему, половину народа возле бензоколонки. У бензоколонки враг. Да, подтверждаю, на восток от бензоколонки.
чё все молчат? Туда есть? Все умерли. Да, если эти тоже будут за кого. Рация, скорее всего, уже летит что-то. Спидер, может, у нас на всех парах. Что говоришь? Нет, нет, ничего. Ну ладно. Рацию, возможно, захватили. Тише. Приходите ко мне в домик, у меня чай есть. Полная коробочка сидит. Не-не. Вижу, голожопы бегают. Метки ставь. Как это сказать? Вот там человек есть на крыше, да? Вот куда он смотрит, вот там. Только под водой. Теперь ориентир. А у них задача уничтожить вертолет, да? Вертолет всем насрать. Задача их убить. У нас будет происшествие. Стреляют. Это стреляю я по дому. Круто. У меня сижу в том-то. Кто там? СВДшник бьет оттуда. В общем, ПЗ стрелял где-то за Убификсом, в восточные дома или перед ним, в район Убификса. Какой сладкий звук у нового фанфаула с новым патчем. Ванилька. Да-да. Кто сейчас стреляет с АКМа? Убрал. Рядом с моим домом бегает. А ты у нас кто? Килик. Вы на фоне этого Раша их не забывайте просматривать горизонты на северо-восток. Там, может, где-нибудь бегут уже в холмах. Летит что-то пулемет. Ой, ну вот пулеметчик по мне. Можно метку поставить на него? Да. 80 азимут горизонт. Не могу пока поставить. Да. Снизу. Они обходят, они спускаются вниз по горе. На север идут. Будут сходить с низины, скорее всего, в город заходить. Терра не видно? Пока нет. Это что-то есть. Ах, меня обнаружен. На холме сидит, короче, на... От моей метки где-то на 100. Чисто на гребне. Сейчас скажешь, чей? Мой. Понял.
граната моя, там побегал чел. Ниже не запал. Север. Я по-моему убил пулеметчика. А, нет, по... Медик нужен кому? Огрызай. На карте. Рядом, рядом. Медик к вертолету надо? С севера, по-моему. Со мной рядом, где-то с севера, по мне бил Каваш. Ох, ебать, получил ебальник. Ворон, ворон? Ой, какой ворон. Кто бегает на улице? На улице кто сейчас бегает? Я бегаю. На восток. Поставь примерно метку на БТР. За холмом на востоке. Ко мне зашел резкий парень с ДВшкой, убил его. Я слышал, ты с чего выстрел был, какой-то взрыв был? Это еще РПГшка выстрелила. А. РПГшка, а кто? На БТР работает или как? Нет, я сейчас по дому отработал, в котором противник сидит. Это Верус был. Не знаю. Ну он как бы с нами обычно. Thank you.
Кто-то еще ко мне идет. А ты где сидишь, Саренч? Снова, мне кажется, трассера летят какие-то с пулеметом. Да, пулеметчик на горизонте валяется, 208. Два раз. Расстояние 780. А чья акция сейчас работала? Моя маленькая работала сейчас. Пулеметная очередь. Из ближайшего дома наш только что выпрыгнул с лестницы, там враг. Хер его знает, там мертвый наш лежит в доме. Я гранату кинул на второй. Ворота, походу, с последним в доме. Они, короче, там три человека, минимум. Еще БТ-ка стоит. Четыре человека. Пять человек с запада. И БТ-ка. Шесть человек уже. Просто что-то прострел делаете. Не, не просто, почему они по мне стреляют? Проведчик сейчас прямо дрочил по дому, по-моему. Вот сейчас вот попадает. БТР за кадром. Да-да-да, там вот это стоит и пехотинцев отряд. Блин, зря РПГ. Бетер едет. В смысле едет? Он приехал или нет? Или там? Ну, возле моей метки где-то крутится. По крайней мере, наши, там наши, наши. Кстати, нашу частоту уже слушает. Метку поставьте. Не стреляй туда, там пустыня, ты чё? Куда ты стреляешь? Давайте переходим на новую частоту. Да, Бетер, мимо меня приезжает. Да, блин. На новую сдвиг, да? Да. Да, прям новую частоту напишите. Так она есть, новая.
уничтожат, наверное. Хорошо, что я не перешел на частоту. Карта отхватил. Реально грант лохнул закинуть? Беттер? Не, говорит. Тот стрит, кто тут гранат лохну кидает. Ага. Что это стреляет? Да, что это? Из дракона. Ага. Что-то пуково. Это я с дони пытался гранату выкинуть. Вот он сзади будет весело. Да. Максимально стрелял, да? Ну, с беттера можно вроде пробить, но не ломается. Сейчас уже только с дони вертит оружие, оно через стену пальца. Утает. А как он убил его, что я не помню? Ноги торчали? Да, через ноги. Да. Забаговал. Как тебя-то? Не знаю. 600 часов убили. О, нихуя себе, там у Иванчика ствол торчал. Стены. Да. От фанфала. Аж ноль внимания. Ну они не штурманут этот дом, это точно. Только ну, с РПГ их расстрелять. У него же только один вход, да? Да. Или ГПшками накидают в окна. Или гранат, в конце концов. Можно попробовать. Стекла-то выбили все. Но он-то за них пытался, он не получилось с него. А-а-а. Че, Кронус в вертолете сидит? Да. Стоник решил оружием обменяться. Сойти за своего? Ну, он нам NFL упал, он фэнфал отдал. Еще гранаты взял, походу. Наверное, надо пытаться впасть. ГПшкой давайте. Сейчас Иванчику плохо будет. Да, он так лёг. Другой больше нет, да? Есть. Ну,
Они прям этот дом жестко штурмуют. Мне кажется, он сейчас ложится. Да, может. Или он много переделит. Так, кто так смертник какой-то поднимается по лесенке? Камикадзе. Он оружием палится через все. Ой, зря, ой. Так, это кто приехал? Азданик? Азданик? Кто там сидит? Мы там убили. Хорош. Садист. Сейчас там живой кто-то. Да, ползает на него. Или... Его не... Эх, черт, сверху! Я думал... Хорош! Через стенку? Убил его, красава. Я, блин, его увидел голову, но это не было. Кого я своего убил? А этот прям свалился, короче, нам. Нормально. Дом смерти просто. Ну, наверное, кто нас ждет, пока Беттер подъедет. Там что, 4, что ли, человека было? Да, 4 человека в этом доме сидело, что тебе что-то не нравится? Первые двери. А что стало с Творога и Ко? Кто первый дверь открыл? Ну, не Валяшку первого убили, потом Савера, потом Творожка, вот сейчас только меня. Да, спидер вообще свалил. А Кронос вообще в этом, в вертолете сидит. Спидер засал. Ну а чё, оставшихся троих убить и всё? Кронос зря там сидит. Да, это точно. А его не видно, к самому главному. Да, если только прям впритык подойти, туда будет видно. Он вот так сидит, как его, как пассажир. Это вообще нереально. Как его кто может сдать? Чё нереально? Знаете, что точно? Я в него всю обойму в кого-то выпустил, один выстрел от него. На нём написано, это был я. Это был ты, но непонятно вообще, как ты успел выстрелить. Да я не один раз еще выстрелил, раза три выстрелил из СВД. Нет, нет, ты был не с СВД, в доме. В доме с СВД я на тебя вышел. Как ты три раза? У меня только один выстрел прозвучал. А я в тебя столько выцелил, вообще пипец. Ну я... Это арма. Я спустился, увидел тебя, и ты начал в меня стрелять. Я в ответку успел раза три нажать. По крайней мере, у меня звук трех выстрелов был. Не знаю, видео посмотришь, это просто нереально. Тактика у тебя почти не видно. Маскируется. Я, конечно, в ах большом. Ты внизу на первом этаже, да, сидел? Да, 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 в уголке. Я тебя просто ждал. Просто ждал, я понял, откуда ты выйдешь. Ты только появился, я в тебя рассинхрон, если только, потому что у меня интернет падал перед этим. Пару раз были косяки. Другого объяснения просто нет. Ну, хоть кого-то убить. Ну, фиг знает. Я начал стрелять после того, когда ты начал в меня стрелять. Ну, я в тебя выпустил уже там штук 5, наверное, патронов. Я услышал один выстрел, и все. Я думал, ты вообще даже живой остался. Че там нет, спидер делает, у меня вопрос. Сразу убил. Да, за танзем. Беттер в это выжидает. Конус на другой стороне. Но его-то нет, как говорить, то, что он там. А чё, нас только трое осталось? Да. Печаль какая. Я ещё долго держался. И при этом только двое в зоне. Рапит, они, кстати, зашли в город так же, как и мы заходили, через низ. Ну, через северо-восток, ну, через, да? Все стороны, да, зашли, скажем так. Переключись на солитарий. То, что я слышал, это да, с востока работало, с севера. С востока, с юга к вам влетели НГшники, но походу все того. Ну, двоих я там точно положил, это у бревна кого-то, и кто там просто в наглую у бензоколонки шел. Вот. И мы зашли с... А кто те трое, которые лежали и стреляли по всем, где-то на 90 от этого разрушенного здания? В них еще РПГ 8 прилетело, рядом с ними. Кто у нас двое в зоне? Кронос, Кронос.
Ой, вообще поганая такая позиция у краба. Это да. Только стрельни, там ПТР. Там гранатку закинуть вообще. А, Кронос это, да. Я использовал эту же вертуху, по-моему. Или... А, нет, другую. Похожим образом. Уже Аркадий лутает. Она же как багнутая, то есть там не видно, что сидит. Да, там не видно. Она сейчас подойдет. Пробует сесть. Там не видно, что он сидит. Надо было туда толпой селиться. Видно, просто бликует сильно. По другим ракурсам посмотреть. А кто это там подошел? Это Аркадий. Нет, Аркадий в жизни не видит. Да. Там у нас в вертолете тактикал, это тим написано, ёлы пам. Кронос на него смотрит, поворачивает. Все, все, улетел, что ли? Да. Он сначала там с головы повернул, посмотрел, шпырнул. Кто меня убил, не видел? Из вертолета тебя убили, Аркадий. Он видел, стрелял сейчас. Недолго ему жить. Мимо? Мимо. Мимо. Недолет. А он взрывается вообще? Я думаю, да. Да. Если да. Кто-то ранить. То... Да ну не. Кронус уже не ранен. По-моему, Аркадия добивают. Вон, Вест вот его увидел. Кого? Кронос. Пилота. Ну, Кронос. Он по нему стреляет. Не, ну раз Вест тут... Я бы к этому ящику пошёл, если бы у меня... Да, в лобовое стекло же оно просто. Выйдет, то мы посмотрим, что будет быстрее, чтоб кто кого пробьет. А что он не стреляет через всю эту бадью? Кронос. Может, не хочешь, чтобы наверное, он его не видит. Наверное. Он постреливает, но оно... Да. Все? Все, да. Кроноса пробили, понятно. Спитрич бежит. А как он узнал, что он его пробил? Так он его видел. Ну... А, ну это не знаю. Во... Видел? Видит, видит, может, ну. Кронос... А кстати, одного, когда люди техники не отображаются. Кто не отображает? Ну, допустим, Кронус техники не отображает. А я вот. А он бликует, он то появляется, то нет. Да, у меня он там под разными бликует. Ракурсами. И когда из угла вылезал, его не было видно. Меня под всеми ракурсами видно. Не видно, он же сидит в, это, в нижней кабине, правильно? Ну, я смотрю карту. Не, ну в смысле, он у меня не бликует, он у меня не бежит. Так, теперь спитер в зоне, отлично. Ну, немного опоздал. Да не, нормально, нормально. Зоне. Там же двое должно остаться. В зоне же. Вот. Там держаться сейчас надо? Город. А. Ну зачем вот такие зоны делать? Да я ее вообще не редактировал. Ну. А, да. Где раз сделать, да. Сделать там это, да-да-да, и забыл, забил. Все как обычно. Ну да не, вот просто нур хотя бы, обгородить и все. Один нур тут. Один дом. Просто один дом. Или один дом, да. Вообще никаких проблем. Вот эту вот шпильку. Чтоб все туда забились и... РПГ нет, зона вертолета просто. И пистолеты раздать. Нормально? Они да, там только не умрут. Нет, на этом обороне пистолеты, а нападающим только прикладами бить и все. Не, ну узи. Но пистолеты без патронов тогда. Да. Что это без патронов, с патронами? С одним. Макаров. Застрелиться, что? Макаров с одной обоймой. По-моему, крабы окружают, мне не кажется. А, нет, да нет. Где-то там. Краб потихоньку ползает из... из-под панциря. По-моему, ага. Все на него забили. Так никто и не знает, что он там. Да, по нему разве не стреляли? Нет. Ну, вы стреляли, попали один раз он. Так это вроде браво. Не-не, он был. Вон, рука красная, хотя походу в голову попали.
У него вариант просто убежать и спрятаться сейчас. Да ему да, ему вот в этой, в камуфляжной этой, которая на этом бункере сесть и все, сидеть не. Контейнеры не открываются, да? Там жопа закрыта будет. Ну очень хитро просто так. Спитер вылетел. Вовремя. Крас. Сейчас Боб, хорошо, если Боб стал другого на врага. Не, он не побежит. Оно умное. Ну а к нему все идут. Паша, прекрати стримить. Что такое? Мне там в чате пишут, что я по стенам вожу прицелом. Точно. Минские читы. Смотри, смотри, как его сейчас. Кто там этот бежит? Вествуд? Да. Сейчас его походу. Да, Вествуд. Да, краб слышит. Вествуд какой-то слишком кнопный парень. Ой, кучка. Ой, еще и бегут. Бежит, да. Не, краб не справится уже. У него есть возможность сейчас бежать. А, нет, у него уже нет краба. Не, Рембо. Давай. Сейчас раз оббежали. Да, не важно. Не стреляй, не стреляй! Ой. А чё это у него? Чё у меня не стреляло? Беззвучная какая-то, я вот не слышал его выстрела. Оп, ещё. Я не слышал. Не, какая-то чё. Рэмбо. Не, остальные-то почему не сагрились на него? Они не понимают. Что за хуйня? Левую кнопку мыши нажимаю, не стреляет, блядь. Нажал F, все равно не стреляет. Ой, граната, ой, граната. Режим огня. Безопасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она же на пол падает всегда. Даже сквозь дальше. Бесшумная стрельба. Офигеть. Звука, нету выстрела. Есть у меня. Ооо, БТР. Как Спитер зашел, подожди. Офигеть. Я ебал, блин. Че, Спитер зашел? Краб ломает игру. Вообще. Краб не игру ломает. А, но у меня звук не было, потому что у меня проблемы с ПКМ, СНД, походу. Да. А у меня что нет звука, у меня не было ошибок никаких. Ну, видимо. Значит, вирус подцепил от меня. У меня тоже. Мне даже страшно спросить, каким образом от репита кто-то подцепил вирус. Да. А это уже частное дело. Кто меня убил? БТР. Как ты их убил? Я поймал в ловушку. Они, по-моему, вообще тупо не слышали твоих выстрелов. Нет, просто когда они забегали, они у себя установку в голове держали, что я внутри. Поэтому все время старались как-то спастись от огня изнутри. А, огонь был снаружи. Да. Ну и вот, проблема этой миски, сиделки со Спитером. Спитера кикнуть. Это, в XCOM аниме оно, проблема последнего Альма. Да, попробуй найди. Интересно, а у Спитера есть GPS или нет? Думаю, нет. Ну, в любом случае, как бы сказать, что эти красные выиграли. Сейчас, может, Спитер бомбанет БТР и убьет двоих. Он в стрим пошел смотреть. Он вылетел. Искать себе БТР. Это Вест. Вест тут? Сейчас он посмотрит, переджонится. Да, он стрим смотрит. Скинь айпишники, скинь айпишники, кто смотрит стрим.
Как это, рации переключать? Ctrl-P выбрать, который ты подобрал, из списка выбрать. Ctrl-P нажать и из списка выбрать ту, которую ты подобрал, сделать активным. Там, что тебе на левое, на правое ухо, частоту сменить или еще что-то. Потом опять Ctrl-P сделать, выделить, сделать активной свою и все. Да, все просто. Нет, ну а что, все элементарно. Делаешь активную рацию, работаешь с ней. Делаешь активную другую, работаешь с ней. А у той просто на левое ухо ее назначил там или на правое. Ну мне вырост принес рацию, я сидел, слушал рацию, там на меня контрадер бегал вокруг, гранаты кидал, что-то говорил. Как рацию поменять. Ну, подсказал бы. Ну, я уже думал, надо было человеку подсказать. Ай, вообще все, это надолго. Так, ну все, короче. Рубаем победу. Да, победа. 4-1. Он даже сел на тупо. А где он сидит? Ну-ка, погоди, погоди. А, вон где. Ну, они вообще не в той стороне ищут. Значит, все, им проигрыш. Такой, ну, не проигрыш, это просто виск. Спитер фас. Слых, позови, у тебя поле зрения там. Паш, ну скажи, что он в квадрате 0,1, допустим, там, хрен знает. Какой-то диапазон им дай, где поиск, и пускай они ищут просто суть. Где разрушенный дом? Нет, ну где-то в 200 квадратных метров зону вот такую вот им указать. 200 квадратных метров? Да, ну не квадратных метров, 200 на 200 метров. И вы понимаете, как только опишу ориентир, спитера уже там не будет к тому моменту, как я только закончу описание составлять. Да, просто квадрат давай и все. Радиус. Вот дай, ну, дай им сейчас просто квадрат. Просто квадрат, да, там, какой у нас. Точно не надо. Не надо точно давать. Ты пыхни спитера к бонзаю. 0,18, 0,19. Вот 0,1, 11, да, и все. Да, и пусть... да. Че, не нашли его, че? Кто умер? А он в атаку идет, нормально все, не сидит. Пусть порашит. Как-то он... Вяло рашит? Вяло атакует, да. Он боится. Не, знаешь, такой там... Нет, давай, знаешь, так, давай так определимся. Если время выйдет, и он останется один живой, и ничего, силы не изменится, значит, как бы сторона проиграла, да, оборона. Но если он за это время еще кого-то порашит один к одному, или один к двум, тогда... Так, а в смысле, там же нужно всех выгнать по условиям. Там время есть. Или здесь, ну, нет времени? Ну, 65 минут удержать здесь, зону. Один вот, человек в зоне, ну, вот, удерживает ее. Ну, слушай, мы же хотим... Нет, это чтобы... Ну, понятно, чтобы раньше. А человек может хочет поиграть, может у него раш. Может, он всех выбьет. Да. Может, он практически как краб. Да. Ой, вот сейчас спалился. Кого-то убил. Он даже убил кого-то. Весуда. Да. Угу, он АФКшил там. Да там все, он вылетел. Стоял, да и все. Ну, вылетел просто. Это не считается. Но если ему он придет, бежит правильно, правильно идет. Я сейчас БТР его. А, нет, а может его. Просто направляет. Вот, ага. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Минус 2, да, или сколько там? Минус 1. Там бонзай. Ну вот у него 2 человека осталось. Сейчас посмотрим. А вы хотели тут экшон такой. Вот именно. Он слышит. Должен слышать. Причем с его FPS он еще тащит. Ну он поди подрубился, когда вылетит. Так у него в FPS все дело. У него картинка статична. Выцелил. Не, он просто... Да он просто так. Переживает. Но сейчас его вот... Какой риски? Это ВХ. ФСБ боится. Он просто не понимает, где он. Не, он слышал. Повсюду выстрелы, взрывы. Во-во-во, сейчас может случиться печаль, беда. Оп-оп-оп-оп. Охренеть, он жгучий. Хуман, да.
На очко у меня сейчас играет. Это да. В одном доме с ФСБ, подожди. Ну-ка. Нет, в другом, они с соседних. Да они вообще сейчас это зажали его, можно сказать, он ФСБ его спасет. Сейчас, если в окно увидит. Бедный Спитер. И не увидит, наверное. А он с другой стороны. Но. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас Спитеру прилетит. Ну-ка, сейчас. А нет, смотри, ФСБ срулил вовремя. А, там, в принципе, не очень открыто. Что-то Хуман, по-моему, совсем печалится. Хумана нету. Один в один. Ну-ка, он знает, где. Раш. Ого-го-го. Это становится интересно. Сейчас Спитер еще вытащит. Да стопудово, у него ФПС меньше, синхронизации меньше. О, что один он на один? Урона больше втопить больше, при да? этом, но и выжить. Когда он успел? Ну вот. ФСБ там. Потихонечку. Они переговариваются? Походу, да. Видимо. Я с Питером орал там привет, но он мне ничего не отвечал, паразит. Не-не, Спитер походу это не переговаривает. Делаем ставки. Я и рацию Лоши подбирал. ФСБ вообще косячный какой-то. ФСБ не лезь туда. А там же по лесенке можно подняться. Или спуститься здесь. Там знаешь, звук такой тук-тук-тук вот такие по лесенке. Но тут уже ФСБ надо идти в атаку. Спитер можешь написать, чтобы он не ходил в атаку. Не надо, напиши. Спитер в атаку. В одном месте стоит. Это как этого бешеного пса спускать. Сидел всю игру. На тебе. Спитер в атаку пошел валить. Сколько он уже завалил? Ярость накапливал. Железку срубил. Ага. Ну и мой сток надоест. На стульчик, сесть на стульчик и сидеть. Да. А ФСБ что-то думает, что он снизу, что ли, или чё? Он ниже немножко. Он в панике. Сейчас ФСБ получит, да, он в панике. Пока вы никто не отвечает. Сейчас такой просто коллаж горло и все. Да. Че-че-да. Нафиг. Нафиг. Я ухожу с этой. По стенке. Не оценивает его возможности. Человек. Ну, паук. Не, ну он знает, что на втором нет. Сейчас посмотрит на первом. Сейчас напиши ему в третий этаж. На седьмом этаже? Это как шестой на этаж выше? Нет. Я хочу закончить это быстрее. Нет, это уже, ну, все к развязке шло. Сейчас будут просто тупо смотреть на друг друга и все, даже не смотреть. А сейчас оружие сложит. Ну и че он смотрит тут? Он думает, что он выплюнет. Спустится, думает, что... Да ему это не выгодно. Не, ну если подумать логически, у него еще есть время. Он может взять, добежать до Ми-24, сеть застрелка. А у него 70-762, что ли? Да, класс. Пробивает. Паника. Говорит, да? Угу. Надо по углам было, но... А не чё, сейчас если над собой стрельнет, то... Не над собой, а вот на... Ну он же не знает, где он. Ну да, да. Слышит по дыханию. Томному. А у Спитера что там, у него обычный кого? Серьёзно? А, ну это бесполезно. Зэ, напиши ему, пусть он подойдет. Да хватит писать. На ФСБ смотрите, ФСБ активно что-то там толкает. Рот двигается. Ну, потихонечку. Спитер прям плывет. Лунная походка. Да-да-да. Даже на крыльях не передвигается. Бездвижная. Такой четкое скольжение. Мне кажется, если бы Спитер мог... А что, он не слышит, что ли? Прыгать, он бы прыгнул просто. Нет, конечно. Этаж, короче.
Ты спустился бы к ФСБ. Это ФСБ не делает, то не лезь туда. Вот тоже. Сейчас что-то будет. Так они оба, да? Скользят. Бенни, гранат ничего нет, что ли? Да, видимо. Ну, ну. Ах, он спалился. Сейчас Питер задолбал. ФСБ! Так мило общались. Жесть. Ты меня расстроил. У меня руки трясутся, ребят. Спитер, ты чей? Это что было? Это что на меня нашло? Кто дал мне свои скиллы? Ты новый комп купил? Сколько я сделал там? Отдай комп. 4 или 5? 4, ну, вообще дико. Плюс БТЯ.